Всем здорово! Мы ведем прямой репортаж. Сервисного центра, ладно. Сегодня мы группа едем на концерт в Челябинск. Мы еще не едем. Ждем. Ждем остальной состав. Вот. Дождемся и поедем. Короче, покушали бутерброды с колбаской, булочкой и сыром. Отлично. В этот момент перевариваем. Главное переварить все это, да, чтобы в дороге не тряслось. Все верно. Что у нас есть? Огурцы, помидоры. Еще колбасы взяли с булкой. Ну, наконец-то едут. Здрасте, приехали. Мы уже почти сходили. Привет. Здравствуйте. Всех. Как ваше настроение? Настроение отличное, позитивное, солнышко светит. Да. По коням. По коням. Едем по трассе. Комфортно. Кондёр вовсю работает. Ребята, вам не жарко? Хорошенько шпарит. По пути в Челябинск приехали в Степное. Салям. Это не реклама, это Бёрн. Кое-кто тоже энергетика. Дорога нормально. Погода фартит нам. Подожди. Все снимают. Онлайн-трансляция. Ничего не охота. Чизбургер есть. Бутерброды есть в машине. Кому что знаешь? Во! Берите яйцо еще. Нет. Кому по яйцу? Кому дать яйцо по яйцу? Я уже спрашивался. А у тебя пирожок с чем? С картошкой, вегетарианская версия. Вкуснятина какая. С капустой. С капустой, опять вегетарианская. А у меня вегетарианский помидор. Вот и прибыли. Да, вот сюда, вот здесь же мы живем. Не здесь живем. Что-то другое здесь. Не, вот здесь живем. Квартира хорошая в центре, там площадь революции. Супер. Что это у тебя? Это спиннер. Спиннер антистресс, да? Да, антистресс. Ну и помогает? Самый лучший антистресс это водка огурцы. Водка. Подожди. Ну-ка дай-ка ему сейчас вот так попробуем. Будет крутиться, нет? У нас пропеллер появился. Стресс снимает, нет? Ты замедляешь. О, вот так, смотри, вообще. О, slow motion. Сейчас обратно, опа. А другой как стык. Так получилось? Какой-то эффект на камере. Ай. Следующий. Пальцы со всех сторон. Отрубило. Что, я должен? Давай. Давай, помедленнее. Да ладно, это не место постоянно. Ты избранный эдик. Я люблю кошки вставлять в компьютер. А если бы были ножи заточены, представляешь? Все, заселяемся, побежали заселяться. Так, забираем все. Едем на 11 этаж, заселяемся в квартиру. В самом центре Челябинска. В самом центре Челябинска. Живем возле Арбата почти. Заселяемся в лифт. О, ну ладно, видок нормальный, да? Едем чекаться в клуб. Пару слов. Группа наша очень нормальная такая. В общем, сейчас сыграем что-нибудь, почекнемся, а вечером будет концерт. Дело пошло. Димас будет долбить. Да. Долбилово. Да. И снова
Дорогие друзья, сейчас нас будут кормить. Сейчас нас откормят. Наелись, напились чая. Спасибо организаторам. Все довольны сидят. Поедем на квартиру отстраиваться, переодеваться. Мы вышли из клуба, ребят. Так мы вышли из клуба и что? Поедем. И поедем сейчас переодеваться, настраивать инструменты, потом вернемся обратно в клуб приедем и будем играть и петь. Покажем, где мы паркуемся. Темница. Развалины, руины. Страшно, да? Страшно, как в фильмах ужасов, да? Не, ну как-то, да. Кирилл уже разминается перед концертом. Молодец, как, смотри, пальцы как бегают у него. Оксана краситься решила. Саня разминается тоже. Молодец. Один Вовка не разминается. Один Вовка не разминается. Димас что-то стучит здесь. Это что у тебя за штука такая? Это резинка. Резиновая резинка, да? Да, резиновая резинка. Нифига себе. Тренировочная резинка. По-научному, да. Тренировочный перц. И что, он прям отскакивает, да, от нее? Ай, по пальцу не уже. Отскакивает. Ну, типа естественно. Ну, дай попробовать. Да. О! Как надо? Надо вот так правильно, да, стучать? Ну, да, ну, правильно. Вот так. Центр тяжести находишь на палочке. А, вот так, чтобы она перепрыгивала, да? Да, да, да. Так можно долго, да, стучать? Целые сутки, наверное. Конечно. Увлекательно. Это очень увлекательное занятие. Так, ну вот и у меня тут гитара лежит сейчас. Я ее настроил. Подстроил. Все, можно уже идти выступать. Сейчас мы ее протрем маленечко еще чуть-чуть. Так. На улице уже темно почти. Здравствуйте. Сегодня, значит, концерт. И я, как самая старая представительница данной группы, предпочла играть на барабанах. Бабуль. Да, слушаю вас. Бабуля, как ты в группу попала-то вообще? Да, я это... Хотела бутылки сдавать, да, например, с эквотара, и смотрю, это... Ко мне какой-то гитарист подходит под этот, говорит, барабанщик нужен! Давай, да, 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 ну, я и пошла, да. Да, тем более там... Руки трясутся от этого, да. У меня это... Инсульт был, вот, у меня трясучка в руках. Поэтому блазбиты... Трясет, да? Да, блазбиты самые такие прям жирные получаются. Вот, спасибо тебе, внучок, за то, что ты меня снял. Ну, я пойду дальше. Все, давай, бабуль. До свидания. Тебе на концерт пора уже. Да, уже пора. Сейчас оденусь. Давай, давай, дергай, бабуль. Барахлишко собираешь свое, да? Разложил тут, понимаешь. На Оселе. А я местный. А ты чьих будешь? Ты чьих бояр будешь? Я сын там вообще в оригинале по-другому. Оригинал не так звучит? Нет. Закончился концерт. Было душно, жарко на сцене. Не знаю, что было со звуком. Вообще в зале. Ну, надеюсь, нормально. Ну что, Димас, как тебе концерт? Отлично.
Уже умылся. Уже умылся, да. Искупался, все. Пора покушать и перенес. Пора покушать и спать. Да. Наш скромный ужин. Не, тупой внутряк такой. Доброе утро, Димас. Че, как спалось? Было очень жарко, но поспал капец, хорошо. Капец, вообще жарище, просто, просто неимоверная жара. Кто здесь? Всем привет, это такие. Мне кажется, ребята все проснулись уже, да? Все. Походу домой собираемся уже. Гулять. А, гулять пойдем. Все, правильно, да. Идем гулять. Наша большая банда. Вот он, Челябинский Арбат. Кто последний? Со мной будешь? За мной будешь. Пропустите меня. Пропустите, вот без очереди человек идет. Пропустите. За мной будешь. Ну, кстати, нормально было. Всем приятного аппетита. Опять ты за свое. Кир, горой вообще. Вообще, поляна, смотри, какая получилась. Идем в музыкальный салон, как истинные музыканты. Скажите пару слов, да? Розенбаум. Мы на аттракционы идем. Дикий поезд. Кто пойдет на дикий поезд? Он носится дикий поезд. Ты тоже пойдешь? Ты тоже пойдешь, да? Я снимать буду. Ты тоже пойдешь? Поедем на диком поезде. Готовы к взлету включать. Че, никого не поташнили, все нормально. Ну ничего так, да? Опора на деревяшку. На деревяшку стоит. С возвращением вас, ребята. А где бояться-то? Не знаю, где. Я не знаю, что нужно. Тебя надо отправить на американские горки. Не знаю, мне нужен будет какой-то аттракцион. Едем домой. Домой. Я домой. Не слышен был крик воронья. Мы приехали в Магнитку. Ребята, мы молодцы, мы сделали это. Да. Все, увидимся на следующем концерте. Всем пока.